Друзья, я вас приветствую на канале. Сегодня у нас вот такая пушечка Maverick 88, легендарная пушка помповая. И хотим мы сравнить его с таким, ранее уже бывало у нас на канале, Escort AMGuard. Вот, посмотрим сейчас на него. Сейчас постреляем из 30 метров по мишени и посмотрим кучность. У два аппарата у этих. У этого ствол 460, у этого образца у нас 510. В данных образцах дульное сужение цилиндр. Я сейчас покажу небольшие отличия. На эскарде есть лоток, на маврике нету его. Сразу патроны подаются. Уважаемые друзья, первый стреляет гость нашего канала. Смотрите, как оно без лотка. Все. Попали мы 32 дробинки, у нас попало в мишень. Стреляли мы нулем. Сейчас мы стрельнем с Хацана и посмотрим. Друзья, стреляем с Хацана, Escort AMGuard. Стреляем нулем. Пошли смотреть. Считаем, отмечаем красным. Друзья, попали мы с Хацана, нулем стреляли, попали мы, получается, 21 дробинку отметили мы. Вот здесь у нас две дробиночки. Друзья, решили мы стрельнуть картечью 8,5. Мне нравится без лотка. Так, друзья, считаем. Попадание у нас. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Все, все пролетели. Берем Хацан. Друзья, продолжаем мы стрелять. Картечь 8,5. Теперь как на Хацане. Раз, два, три, четыре, четыре штуки, больше я не вижу. Так, 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 так. Не, все, четыре штуки, в половину меньше, чем Maverick 88. Друзья, ну это вы пишите в комментариях, как мы стрельнули. Может, плохо стрельнуло, может, хорошо, я не знаю, почему такие. Почему Maverick, у него ствол 460, и он стрельнул лучше, чем ствол 510. Я не знаю, напишите комментарий, может, объясните нам. Друзья, ну все, подошел наш тест к концу. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Все, всем пока.